шустрый какой. Вот такой вот красавчик. Такой симпатичный конопатый окунь. Привет всем рыбакам! Как вы поняли, я снова на рыбалке, и я сегодня хочу половить окуня на микроджиг. Я иду вдоль канала, после дождей тут все раскисло, бездорожье полнейшее, но я пройду. Иду к каким-нибудь уловистым местам, чтобы недалеко ходить, потому что время далеко сейчас не раннее, ой, где-то в районе 12 часов. Вот, поэтому особо сильно далеко ходить не буду, приду там на несколько точек, половлю, попробую, а дальше уже будет видно. Дошел я все-таки до одного местечка интересного. Водичка вроде как под берегом чистенькая. А если чистенькая, значит, должна и рыбка быть. Да, прошел я уже очень далеко. Как я хотел не ходить далеко, ну, как я сказал в самом начале, что постараюсь далеко не ходить, не получается. Рыбы нет. Я останавливаюсь, пробую, ищу ее, меняю приманочки, меняю проводки. То вообще по дну веду, еле-еле шевеля, долго ожидая на паузе. Ставил активные маленькие приманки, вел на равномерке. Делал стандартные свои с подбросами, удилищем. То есть реакции вообще ноль. Я не то чтобы одну и ту же проводку и одну и ту же приманку. Нет, я все чередую, все пробую. Но пока я не нашел рыбу. И я так понимаю, все равно мне придется идти в самый конец водоема. Там ее на трубе, на дамбе искать. Как я не хотел, скажу вам честно, идти до конца, но вышло так, что все-таки пришлось мне идти до самого конца, потому что я проверял многие места и нигде не было рыбы. Я пробовал разные приманки, разные проводки, активные, пассивные, подергивания, ожидания и так далее, и так далее. Короче говоря, с рыбой какая-то беда. Ну, я пришел сюда, я надеюсь, здесь она есть. Что и по приманочке. Сейчас я оснастил свою приманку, значит, сделал джик-рик, 2,5 грамма у меня грузик и маленькая копия Моси, тоже от китайских производителей, покупал на AliExpress. Длина там, по-моему, 40 миллиметров. Я еще пока ее не разловил, вот только-только как раз таки буду пробовать. Интересно, как она будет ловить окушка. О, первый заброс. Ребята, первый заброс. Серьезно, это первый заброс. И окунь. Все-таки рыба здесь. Все-таки здесь она держится. Малька куча разгоняется при этом. И вот такой вот красавчик взялся на Мосю. Давай попозируй чуть-чуть. Небольшой, да, но все-таки он есть. Давай, плыви, дорогой. Спасибо за поклевку. Я так долго ее хотел ощутить, и ты мне ее подарил. Спасибо. Приманка разловлена. Это новинка у меня. Я как бы ею еще... Ну, я пробовал ловить, но я рыбу не поймал. Вот. Разловлено, первый заброс именно в этом месте, и небольшой кусочек ее скушал. Вообще, что касается приманки Мося, очень многие рыболовы, они знают, что это очень хорошая приманка.
Сам силикон качественный, потому что это японский силикон Bait Breeze. Это не реклама, ребят, нет. Многие знают, что это хорошая приманка, и она хорошо ловит. За счет чего, я не знаю, но ловит. Поэтому я и хотел себе. Но эта приманка, она в два раза дешевле. Поклевка хорошая. В два раза дешевле. Там 20 штук в районе 200 с чем-то рублей стоит. А сами знаете, сколько стоит оригинал. А кушок там, между прочим, неплохой. А кушочек-то неплохой. Давай, иди сюда. Да, окунь. Окунь неплохой. Вот такой вот красавчик взялся. Ну что, два заброса, две рыбы было, да? Давайте утвердим статистику, что это не совпадение, что это именно закономерность. Пока приманка падает, мирная рыбка, малек, очень так хорошо бьет по плетенке, прям чувствуется. Такие ударчики. Есть рыба и окунь. Он ее еще так зажевывает. Я чувствую, что как-то он ее не хапает, как обычную там тоненькую пассивочку. А такое пробует. У нее же лапки в разные стороны. Она более такая объемная приманка. И он ее именно пробует. Иди. Где особи покрупнее? Три заброса, три рыбы. Все замечательно. Ну, конечно, хотелось бы что-нибудь покрупнее поймать. Не настолько маленькая. Но я и этому рад, если честно. Я протопал очень много, я пробовал, как бы. Я знал, что здесь рыба будет. У меня было такое чувство, что здесь рыба должна быть. Но надо же и разведать все остальные места свои, где я ловлю. Потому что не каждый раз захочется 5,5 километров топать ногами именно сюда. Есть? Есть, да. Есть очередной окунь. Очередной окушочек. Кстати, поклевки не как в прошлый раз вот под бровочкой, да, были, а он уже ушел подальше. Сейчас где-то, ну, ближе, чуть ближе половины дистанции клюет окунь. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зажевал ее. Долго зажевывал. Я прям чувствовал, что он что-то там кончик такой др-др-др. Долго зажевал, но не засек я его как надо. Но, видимо, их там, смотрите, как бы побольше, чем один или два. И он кушает уже хорошо. И смотрите, вот этот вот. Хоть и маленький, да, вот такой вот малыш какой-то. В молоках. О, он уже готовится к брачным играм. Так вот, к чему я? Маленький окушочек, но вот эту вот моську 40-миллиметровую, он ее прям глубоко-глубоко заживал. Умудрился. Окунь уже, ну, как бы не рестится, раз самцы с молоками. Он уже вовсю не рестится, поэтому, может быть, и не везде. Может, он там и был в тех местах, но не хотел по какой-то причине кушать. А тут либо концентрация хорошая, либо здесь еще какие-то факторы играют. Он тут более такой активный. Но он, негодяй, уже занят своими брачными играми. Ай, поклевочка. Да ты что? Да ты что? Ну это смешно. Кончик так дюк-дюк-дюк-дюк, дергается-дергается. Маленький малыш. Ну что такое? Хорошая приманка. Мне нравится, как она ловит. Серьезно. Не реклама, ребята, не реклама. Я ссылку, конечно, оставлю, где я ее брал. Ну, как бы, она ловит. Вы видите.
небольшой окушок. Да, очень даже небольшой. Что ты раскричалась, а? Ругается. Еще один. Не буянь, все равно пойдешь обратно. Не бойся. Есть. Ты посмотри на него, какой негодяй. Но нормальный такой негодяй. Я его все-таки выманил из-за камней. О, какой. Смотрите, скушал довольно-таки. Хотя не скушал, он ее аккуратненько за бок. Такой симпатичный, маленький, конопатый окунь. Хороший кушочек. Плыви. Шустрый какой. Ну что, друзья, я, наверное, рыбалку буду свою заканчивать. Мне, конечно, не хотелось идти так далеко до конца водоема с самого начала, но пришлось, вынуждена мера. Зато здесь есть рыба, здесь циркулирует вода, здесь есть малек и здесь всегда есть хищник. Я пробовал в других местах ловить, но я ничего не поймал, честно я вам так скажу. Ловил я сегодня спиннингом отличный спиннинг для микроджига. Я просто в него все больше и больше влюбляюсь. Мне он больше нравится, чем моя микроджиговая палочка Айка Тирель до 5 грамм тестом. Я все больше стал как бы ловить именно этим спиннингом. Я пришел сюда в конец водоема. Я оснастил оснастку, сделал джиг-риг 2,5 грамма и маленькую приманочку. Я поставил вот такой вот рачок. Это копия Моси. Я заказывал эту приманку на Алиэкспрессе. Обязательно оставлю ссылочку. Вы прекрасно видели, что эта приманка сегодня сработала. Я не знаю почему. Может быть, за счет своих лапок и объемистой формы. Может быть. Но я ловил именно этой приманкой. Уже пошел дождик, ребят, так что я буду собираться бегом-бегом домой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте обязательно колокольчик. До новых встреч на новых рыбалках!